Внимание на старт. Дан старт второго заезда. Приз былой мечты для лошадей 2 лет. Орловской рысистой породы. Обег возглавила фортуна бойца. Тут же ночная звезда. Далее с просветом Колхидонии замыкает забава. Ночная звезда выходит на первое место. На втором месте остается фортуна бойца. Далее с просветом Колхидонии замыкает забава. В таком порядке участники подходят к отметке первой четверти дистанции. За 35,8 секунды пройдена первая четверть дистанции. А впереди ночная звезда лидирует третий номер под управлением мастера-наездника Владимира Гайворонского. На втором месте фортуна бойца. Далее Колхидония замыкает забава. Сбоила по дистанции Колхидония. Обег уверенно ведет ночная звезда. Сбоит фортуна бойца. Бег ведет ночная звезда. На втором месте осталась фортуна бойца. Вторая четверть дистанции пройдена за 33,7 секунды. Бег идет без перемен. По-прежнему впереди на противоположной прямой ночная звезда. Далее фортуна бойца. Колхидония и замыкает забава. За 36,8 секунды пройдена третья четверть дистанции. Участники второго заезда выходят на финишную прямую. Финишная прямая второго заезда. Приза былой мечты для кобыл 2 лет орловской рысистой породы. Оторвана выигрывает заезд, третий номер, ночная звезда. Гастролер с Ижевского ипподрома, мастер-наездник Владимир Гаворонский. Финиширует фортуна бойца. Заканчивает дистанцию четвертый номер Колхидония, первый номер забава.